автомашины куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту. Ну да, а куда же еще ездили всякие косые, кривые и прочие бандиты Советского Союза? Конечно же, в Ялту проматывать незаконно нажитые деньги. Добрый день, уважаемые друзья. Надеюсь, вы узнали популярнейший эпизод наших замечательных актеров. Помните, когда этот фильм появился и появилась песенка «Один московский кент по прозвищу Доцент узнал об исторической находке». Ну да, у меня слуха нет, но зато эта песня есть в интернете. Советую поискать, если кто, ну, лет 50 кому, те наверняка вспомнят, им понравится. О, какая девчушка молодец. Маленькая, уже позирует. Наверное, для Инстаграма своего. Выложит и будет показывать, я была в Ялте. А что такого? Между прочим, Ялта всегда будет цениться, да и вообще южный берег Крыма будет цениться своим целебным воздухом. Лично у меня здесь прошли болячки в бронхах. Я еще маленький, ну, с детства что-то там у меня было. И меня отправили здесь сюда в 7 или в 8 лет, я не помню. И я вылечил, мне 2 месяца мне помогло. Дай бог и вам поможет, если у вас какие-то проблемы в бронхах, приезжайте. Но тут нужно очень много денег. Это тогда было бесплатно, а сейчас, извините, как есть. Ну что, я сегодня вас приглашаю... Да, не так. Это Пушкинская аллея, и я вас приглашаю прогуляться вместе со мной по набережной Ялты. Это видео адресовано тем, кто в этом году, ну, не попал по каким-то причинам в Ялту, а очень хотелось. Вот вам лишнее видео, таких уже сотни, наверное, на Ютубе. Ну и будет мое 101-е. Рыба. Я не рекламирую эту точку, просто намекаю. Вкусная рыба называется флейта. Попробуйте. Она такая длинная, еще ее называют сарган. Но сарган — это как бы черноморская, а флейты обзывают зарубежный сарган. Вот он же больше, жирнее, вкуснее. А вот и сам памятник нашему выдающемуся писателю. А этот дядечка занял мое место. Ладно, пусть сидит. Мы дальше пойдем. Хороший этот оркестр, мне нравится очень. А, да, чего, собственно, я и иду на набережную. Там же ж приехала курага. Кто не знает, сейчас в конце покажу. Правда, YouTube ругается, говорит, это нельзя такую музыку. Пришлось там кусочки вставить для общего ознакомления. Хорошая музыкальная группа из Севастополя, курага называется. А это столовая, нормальная себе столовая. Я вот не знаю, как люди травятся, какой-то ротавирус подхватывают. Где мы ни были, что бы мы ни ели, нигде ничего никогда не случалось. Кто его знает? Может, желудки крепкие, может, мы привыкшие к этой среде, я не знаю. А вот это вот женщины-посредницы, видите, вот справа. То есть здесь можно в этом районе снять жилье и, ну, не хотите бегать искать. Подошли к ним, спросили, сколько вас, на сколько дней, и вперед. Здесь более-менее ровненько, не гористо, хороший район. Но дорого. Сейчас высокий сезон, надо ждать сентябрь. Тут раньше был городской сад, я вам уже рассказывал. Тут играла 100 лет назад музыка, духовой оркестр, люди танцевали, прохаживались в своих бархатных платьях. А вот эта круглая конструкция – это лампочка. Ну и такие себе памятник блэкауту. Помните, да, тут какие-то редиски завалили лэп. Ну и Крым погрузился во тьму. Ну, да, 2 месяца было не очень весело. Особенно больницам там, и прочим общественным заведениям. Еще одна столовая. Смотрите цены, смотрите граммы. Я уже говорил, что если дешево, не значит сытно. А если дорого, это не значит плохо. Значит, там либо хорошая порция, либо хорошее обслуживание. Ну да, сейчас многие напишут, нет, все равно дорого. Потому что это курорт. Вот когда вы уезжаете отсюда, эти цены даже не меняются. На курорте всегда высокие цены. Только жилье дешевеет. И вон вдалеке уже синеет море. Это уже сама набережная. Сейчас мы туда выйдем.
выйдем и пойдем. Вот как будто вы со мной вместе идете. Представьте себе, вот хорошо, если бы вы смотрели это видео на телевизоре, на огромном, на большущем, на 55 дюймов. Вот оно сразу, как это, внимается лучше. Хотелось вспомнить цены. Вот, знаете, вот с годами все время оглядываешься назад, туда, где тебе было хорошо, уютно, комфортно и, главное, стабильно. Вот, прошедшая молодость, как здесь отдыхалось. И я хотел пару слов про санатории. Моя мама была в санатории в Ялте в 1975 году. И вот что она вспоминает, говорит, путевка стоила целую зарплату. А обошлась она ей всего в 20 рублей, советские 20 рублей. Остальное платил профсоюз. Путевку, чтобы добыть, надо быть либо с начальником на, как говорится, Вась-Вась, либо быть начальником. Очень трудно выбить было путевку сюда. Но она заработала честным трудом. Ей дали даже там грамоту, как ударник коммунистического труда. О, а сейчас можно без всяких ударников приехать, заплатить и отдыхать. Так вот, ей дали эту путевку, она рассказывает, что прямо на ЖД вокзале я встретил автобус, довез до места, в общем, эти палаты, как да, она говорит, номера по-нашему, палаты на четверых, четырехразовое питание, все включено, так сказать, ну, типа all inclusive 70-х. Если так вдуматься, она приехала, прям, знаете, глаза были, словно ее из рая выдернули, вот такое ощущение. Неделю ходила прям, ну, вся под впечатлением. Не, были мы здесь и раньше в Ялте, всегда. А вот пожить, 24 дня пожить в Ялте. О. Местные даже не подозревают, как им повезло с климатом. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что здесь помягче зима, чем где-то там у вас в Мурманске. Тут почти не бывает снега внизу. В горах снег. А внизу, ну, там выпадет на пару дней и все. Я тут некоторым предлагаю, давайте поменяемся. Да что? Никогда. А все вот ворчат, вот что-то им не хватает, что-то им не нравится. Я говорю, ребята, на недельку давайте поменяемся. Вы сюда к нам, в степь под, на Севаши, а я к вам. Вы через два дня сбежите. Почувствуйте разницу. Ой, я ж там ошибся в предыдущем видео, ну, в позапрошлом видео про, ну, тоже так вот по набережной, где гуляли, и я про этот ресторан «Апельсин» ляпнул, что он называется «Арго». И мне тут же такие бдительные комментаторы тут же сообщили, что, мол, вы не правы, никакое это не «Арго», это «Золотое руно». Да, да, я понимаю, я оговорился и потом, ну, не исправил. Я его про себя всегда называл «Арго». А на самом деле он назывался «Золотое руно». Построен он был в конце 90-х, а потом его переименовали, ну, наверное, поменялся хозяин, и переименовали его в «Апельсин». А я во всю жизнь про себя называл «Арго», и по привычке сказал, и как так и надо. А меня поправили, теперь я извиняюсь, если внес, как говорится, неточность в своем повествовании. Надеюсь, вы меня поймете, потому что все в голове удержать невозможно. Да, помните, тут был этот гастроном номер один, популярный очень. А этот дедулька, сколько себя помню, столько его. Вот такой прям
Всю жизнь здесь играет. Тут точно такой, вот эта локация, прям как на вокзале. Эти вот объявления постоянные. Ну, тут я уже шел, вы это уже видели. Ресторан «Чаечка», канаточка малая, бутики с космическими ценами. Вот обратите внимание, никто туда не заходит. Но тем не менее, их тут палкой не выгонишь. Значит, есть какой-то резон. Мы потихонечку приближаемся к могучему дереву. Так ребята из Кураги называют, сейчас увидите, платан. Платан возле торгового центра. Вот этот торговый центр. А вот это могучее дерево, и это группа Курага. Они еще пока готовятся, подождем. К сожалению, я не могу показать полностью концерт. YouTube ругается. Кто-то уже монетизирует это видео, эту музыку, поэтому извините, пожалуйста. Приезжайте, смотрите очень хороший концерт. Ну, а у меня все на этом, я буду закругляться. Двигаюсь к себе туда наверх. Подписывайтесь. Если понравилось, поставьте лайк, поделитесь с друзьями и ждите следующее видео. Большое спасибо вам за внимание. До свидания. А еще я вам хочу дать совет, и вы к нему прислушайтесь. Вот не пойдите на набережную сегодня или завтра, когда там вот такой вечер, выберитесь куда-нибудь повыше над городом, ну или где вы там живете, не знаю, в Алупке или в Семизе, поднимитесь повыше, подальше от этого шума городского. И вы знаете, такой кайф, он воспринимается только когда вы будете одни. Это на себе проверено 1000 раз. Вы влюбитесь в Крым сразу же, окончательно и бесповоротно, обещаю. Ну, представьте себе, вы над Ялтой. Внизу копошатся люди, ездят машинки. Все это там, внизу. Ваши проблемы остались там, внизу. Ваши мысли где-то вверху. И такой кайф, просто непередаваемый. Вот такое соединение с природой. Птички поют, вечереет, солнышко садится. Очень, очень советую. Вот раз попробуйте, все, Крым останется у вас в сердце.